Лукас Имбериба, его по праву можно назвать человеком мира. 33-летний молодой мужчина родился в Бразилии. Там же получил первое музыкальное образование, продолжил его в Испании, а завершил в Германии, где живет постоянно уже более 10 лет. Лауреат всевозможных конкурсов, очень много концертирует, в том числе в Европе и по России. Выступал с филармоническими оркестрами Красноярска, Калуги, в Абакане второй раз. На футляре его гитары наклейки десятков различных аэропортов. Сама гитара выполнена по индивидуальному заказу мастером из Испании. На репетициях с оркестром Хакасской филармонии Лукас отрабатывает совместное звучание своего инструмента и классического оркестра. Я пытаюсь интегрировать бразильские инструменты и мотивы в классическую музыку, и это вполне возможно, потому что для бразильской музыки характерно включение оркестра. В первом отделении зрителям предложат классическую музыку испанских композиторов, во втором – бразильских. Ее отличает экспрессия и особенное звучание. Это все... У нас достаточно часто приезжают гастролеры, и мы вынуждены в короткий срок найти общий язык и прийти к единому знаменателю. В руках Лукаса Имбериба гитара буквально преображается. Он извлекает из инструмента непривычные для уха российских обывателей три шансон-аккорда и не наигрыши, опять же, российских бардов. Гитара в умелых бразильских руках и плачет, и тоскует, и радуется, и возвещает о триумфе, в общем, передает весь спектр человеческих переживаний и эмоций. И самое главное, заставляет зрителей проживать все эти чувства вместе с исполнителем и оркестром. Кроме Абакана, бразильский гитарист даст концерты в Черемушках и Абазе. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.